Летом в городском округе Люберцы стартует комплексное благоустройство дворов. В этом году под обновление попало около 70 придомовых территорий. Одна из них находится в Краскове. По многочисленным просьбам жителей в программу вошла детская площадка, расположенная на улице Карла Маркса. На ней нет резинового покрытия, игровые элементы устарели и пришли в непригодность. Цепи, они регулярно выходят из строя, потому что находятся в постоянной эксплуатации. Но, тем не менее, управляющая организация, естественно, постоянно меняет, чинит, ремонтирует эти качели. Плюс ко всему, значит, что касается детской игровой площадки, понятно, что она уже устарела и морально устарела. Поэтому было принято решение, мы внесли ее в план комплексного благоустройства дворовых территорий. Она будет в этом году заменена на площадку новую, современную, которая будет соответствовать всем новым стандартам. Работы по благоустройству детской площадки начнутся в июне. Площадь обновленной игровой зоны будет около 100 квадратных метров.